Наверное, надо проверять потихоньку. Ходим, буримся, ищем рыбу. Сейчас вот глубина 5.40. Нету. Сперва бурюсь и холотом прохожу, потом ратлином прохожу. На такой глубине большой мормышку опускать не буду. 5.30. Ничего не показывает. А глубина прыгает. Глубина играет. Сейчас попробуем здесь. Что-то пропискнуло. Что-то пропискнуло. Катушка, я слышал у тебя. Он там все. Пять давай. Вот так. Видите, какой лощина. Попа. Ой, извиняюсь. Зачем мне мелко лепчиво? За нижний крючок смотри. Опять на, нижний, на да? Шарик. Шарик там стоит. Приехали поблеснить окуня на Волгу. На один из затонов Волги. Одного окуня поймал. Лунок 15 уже пробурил. Сперва с утра пробовал на ратлин. Потом на безмотылку все-таки поймал одного. Одного слил. И... О, люди уже на собаках гоняют по Волге. И вон Паша пошел туда. Вглубь сейчас пару лунок проверю. И буду его тоже догонять. Окунь стоит, он стоит одиночный такой. Потому что с одной лунки один слился, с другой лунки поймал. На балансиры подъемы бывают, и холод показывает подъемы, но не берет. Видимо, ему надо что-то маленькое. Глубина под 4 метра. Холод у меня заранее прошелся, посмотрел, где свалы есть, где перепады есть, где жух. Движение есть, нет. Далее течение. Тянет мормышку. Но рыбы пока не наблюдается. Нету. Идем дальше. Рыбы нет. Сматываемся, идем дальше. Бурится.
Не хочет. Пойдем дальше. Лунок мы с утра достаточно набурили. Тоже не хочет, пустая лунка. В этой подъемов не было, ничего не было. Сейчас проверю ту еще, где поймал. Там на мель выйду. На мелкие лунки. Два, чуть-чуть больше 2 метров была глубина. Здесь я одного поймал. Сейчас посмотрим. Может, еще кто подошел. Бутылку сложил, походил по лункам, что-то толку нету. Сейчас балансир повесил, Акиджон. О! Фига, рыбу оставить нельзя. Что-то зрение его. Только оставил, отошел на метр уже. В район летит. Блин. А кудяру мы его утащить хотел. Вот офигели. Хочет, идем дальше. Так воронье не улетает. Сидит.